Сейчас вам покажу трансформацию года. Опа! Я увеличился в размерах и начинаю драться. Он чуть-чуть сильнее меня, вот совсем капельку. Кто последний нажмет на кнопочку лайк под этим видео, тот проиграл. Сегодня мы вместе с вами поиграем в Hyper Clickers в Роблоксе. Будем кликать и тренировать свои пальцы. Окей, чуваки, я появился на респавне, и что-то мне это напоминает. Это вроде как пет-симулятор, но не пет-симулятор. Так, Hyper Click. Оу, смотрите, я нажал на какой-то супер клик. И что произошло? Мне дали 1000 кликов. То есть я могу обычно кликать, либо могу нажимать на хайпер-клик, который сразу же дает 1000 кликов. Эти клики у меня накапливаются, и, видимо, я смогу потратить эти клики на что-то. Но непонятно пока что, на что я смогу их потратить. Оу, здесь нужно 5 миллионов кликов. То есть мне реально придется 5 миллионов раз нажать вот на эту штучку. Не, я не готов идти на такие жертвы. Мой палец просто перестанет нажимать на мышку рано или поздно. Сколько здесь стоят яйца? О, 1000 кликов. Так, окей. Нам может выпасть мышь, какая-то странная штука и эпический питомец. Они почти ничем не отличаются. Ой, посмотрите на его морду. О май га. Так, ладно. Сейчас я открою это яйцо. Нажимаем на гиперклик. Фу. Раз, два, три. Понеслась. Яйцо открывается и... О, мне выпала камовская мышь. Ну, конечно же. С первого раза никогдашеньки не везет. О, ну теперь-то мне должно давать больше кликов за один клик, нет? А для чего мне вообще тогда этот питомец? Что дает мне этот питомец? Икс полтора клика, серьезно? Ну что-то как-то не совсем полтора клика. Вот я кликаю, и клики не прибавляются больше. Вы что, прикалываетесь, что ли? Эта мышь, она абсолютно бесполезна. Так, ладно. А, что тут у нас? 1N ребит. 10C ребит. Кристалл. 1SP ребит. Это порталы в другие измерения? Или что это такое? Ладно, я хочу вот нажать на эту штуковину. Ничего не происходит. Что мне вообще делать в этом симуляторе, кроме как покупать питомца и нажимать на кликер? А, вот, смотри-ка, тут есть апгрейды. Оу май гад! Стоп, а у меня нет гемов. Где мне достать гемы? Ладно, давайте мы с вами зайдем в магаз. А что в магазе можем купить? Мы можем купить баксы, гемы. Понятно. Понятно. Это самый донатовский режим в Роблоксе. О, машина времени. Оу, я телепортировался куда-то. Оу, здесь яйцо стоит 500 тысяч. Офигеть. Не, ну просто стоять на месте и кликать мышкой на вот эту вот штуковину, это неинтересно. Ну в магазе-то что-то должно быть? Нет, здесь все за донат, чуваки. Смотрите, все за донат. Вообще все. Давайте-ка я куплю сейчас... А что мне купить? Я даже не знаю, что здесь можно купить. Ладно, хорошо, куплю я 20 гемов, окей. 249 робуксов я потратил. Так, апгрейды. 100 гемов это стоит, да вы издеваетесь? О-о-о, смотрите, это кажется гем. Я какой-то леденец взял. Окей, чуваки, у меня накопилось 12 тысяч, давай-ка я сразу 3 яйца открою. Нет, не могу, ладно, окей. Открываем с вами яичко. Мышка. Открываем яичко. Песик. Редкий. Давай, эпический питомец. 10% шанс на эпика. Ну же! А, ладно, мне 3 дружелюбных песика выпало. Так, наденем этого песика. И этого песика наденем. Мы надели 2 песиков. Мышку сможем надеть? Да, все. По 90 кликов у меня идет. Ничего себе! 90 кликов, это очень круто. Смотрите, как я быстро фармлю себе сейчас клики. О май гад. А суперклик? Вау, сразу плюс 10 тысяч. Ладно, не, я ухожу отсюда. Я ухожу отсюда, здесь слишком скучно. Лифтинг-симулятор. О, этот режим еще живой. С 2019 года. 10 тысяч человек играет. Офигеть. Оу, это же симулятор качка. Ничего себе. Так, смотрите-ка, я карандашком тут качаюсь. А, так я тут еще, получается, и донатил? Почему у меня хп уменьшается? А, видимо, из-за того, что я становлюсь все сильнее и сильнее. У меня тут написано звание Халка. О, кстати говоря, он автоматически за меня качается. Слушайте, а мне это нравится. Давайте-ка попытаюсь сейчас кого-нибудь вырубить. О, там кто-то автобус поднимает. Эй, ты, хиляк, получай! На, 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 на. Сейчас я его вырублю. Я ему по 10 тысяч урон наношу. Получай ногой. Та! Еще плюс 10 тысяч. Эй, я его не могу вырубить. Это шутка какая-то. Как тебя вынести? Видимо, он настолько сильный, что ему абсолютно все равно на мои удары. Реально, походу это именно так. Да, чуваки, ему абсолютно все равно, что я его сейчас атакую. Я тебя понял. Так, ладно, продолжим качаться. Что это за паук такой? Могу ли я вырубить этого паука? Нет? О май гад, кто-то домом здесь качается. Это кто? Это смерть? Почему я никого здесь вырубить не могу? Я чувствую себя супер слабаком каким-то. О-хо-хо-хо! Посмотрите на этого гиганта! Ничего себе! Офигеть! Фух, он уменьшился.
Офигеть. Помогите мне найти кнопочку продать. А, ладно, вот сел. Оба. А, так он прям на ней стоит. Ага, вот смотрите, кнопочка buy. Так, 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 так. Серьезно? Здесь игру вайпнули всю? Да. Видимо, симулятор этот удалил все мои сохранения. А, нет, смотрите. Я же могу надеть гантельку. Оу, сейчас с гантелькой я просто улечу в космос. Смотрите. О-о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 -
жара. Сейчас я им всем раздам. Блин, вы посмотрите, я хочу быть таким же, как и этот чувак. Офигеть. Так, давай, 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 давай. Вот так вот. Ха, не догонишь меня. Он пытается меня убить. Увидимся. Давай, 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 давай. Ты почти меня догнал. Молодец. Все, кажется, он успокоился. Так, ладно, у меня есть 100 тысяч силы. У кого здесь больше всего силы? 99 миллиардов? Это у кого? Это у тебя 100 миллиардов или у кого? Я думаю, что сейчас я должен зайти в магазин. Собственно, до самого конца мне листать и листать еще 1000 лет. Так, давай-ка посмотрим, сколько у нас сейчас будет денег. Сколько я могу сейчас купить себе баксов здесь? О, смотрите, 166 миллионов за 5000 робоксов. Ха, потратить или не потратить? I don't know. Ладно, давай мы с тобой купим за 5000 робоксов. Я за этот видос потратил очень много робоксов, зато у меня теперь есть 166 миллионов. О, да! Сейчас будет жаришка, смотри. Деревяшку покупаем, гитару покупаем, кресло покупаем. Все, сейчас мы с вами идем просто по нарастающей вверх. Кровать, бревно. Пока я все деньги не потрачу, я не успокоюсь. А, смотрите, я же могу сразу скипать. О, ATM-автомат. Я купил себе банкомат. Так, и генетика. Что это такое? Это, видимо... ребитки? А, вот это, скорее всего, ребитки. Так, ладно, я куплю эту штуку, но мне страшно. Генетика, это у нас рюкзак. Фу, я чуть не обосрался. Так, ладно, давайте мы с вами ATM-ом, банкоматом сразу будем качаться. Воу, по 300 тысяч сразу. А, теперь понятно, как здесь можно набрать 100 миллионов. Воу. Так, 7 миллионов есть. Получай. Что? Как он так увеличился? Ладно, я не собираюсь с тобой сражаться больше, чувак, успокойся. Я обкекался, кажется, чуваки. Это было очень стрёмно. О, тут чувак с флажком тренируется. На тебе, на! Супер удар! Получай! Да, я его завалил! Сплавил тебя в землю! Ребят, я хочу стать самым сильным в этом симуляторе. Рано или поздно я это сделаю. Но в лифтинг-симуляторе набрать 112 миллиардов, это он просто, видимо, стоит на месте и не знает, чем себя занять. Скоро я войду в топ-5, ребятки. Нужно будет завалить чувака, у которого 255 миллионов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сейчас на 6-м месте. Эх, я думаю, что мы с вами можем продать все это дело. Так, сколько стоит тачка? 193 миллиона. Ладно, накопим. 193 миллиона это просто копейки. Ай! Эх, зря ты это сделал, дружище. Очень зря. Сейчас я со своим банкоматом тут подкачаюсь и вырублю тебя с пару ударов. Чувак по 700 триллионов сносит. Ну что ты пристал-то? Что ты за мной бегаешь? Хватит бегать за мной! Ладно, ему, видимо, все равно. Давай вот этих чуваков. Пу! Блин, я, видимо, натыкаюсь на самых сильных игроков, потому что они меня убивают с одного удара. Как это работает? Я превратился в супер маленького. Ха-ха! Смотрите, ребят, сейчас вам покажу трансформацию года. Опа! Я увеличился в размерах и начинаю драться! Он чуть-чуть сильнее меня, вот совсем капельку. Где он меня убил? Ага, вот он. Это, видимо, этот самый чувак в шапочке. Так, давай, давай, сейчас я тебе устрою красную шапочку. На тебе! Получай! Получай, 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 получай! Супер удар! Пу! Ай-яй-яй! Я полный нуб. Я полный нуб. Это, видимо, самый сильный игрок, смотрите. Ему все равно на мои удары. Абсолютно все равно. Так, давайте я ногой тресну так. Ту! И этому тоже пофиг. Блин, я, видимо, самый слабый в этой игре. На, получай, получай. Видимо, я недостойный играть в этот симулятор, потому что меня все убивают с одного удара. Ну вот я реально не знаю, что мне делать. Оу! Так, я понял, понял, больше не подхожу. А вот этого смогу вынести? Нет. Я ухожу, я ухожу, я ухожу из этого симулятора. Я здесь самый слабый игрок. Увидимся с вами в следующих видео. Пока.